Это мясной павильон. Комиссия сначала рассматривает соответствие торговой точки санитарным требованиям, наличие санитарных книжек у продавцов. Сроки все нормальные. Я отдам вам. Я вам не доверяю уже. И горячей воды для соблюдения личной гигиены. И для мытья инвентаря. Сегодня уже поставим. Нагреватель-то пока поставят, но мясная продукция должна реализовываться в общем мясном павильоне рынка, утверждают специалисты. Нарушается товарное соседство. Готовые и сырые продукты реализуются рядом, что нежелательно. Однако продавцам по душе именно это помещение. Вот готовая продукция, вот тут была копченка, а там в метре вообще кишки продавали, а расстояние точно такое же, как и там. Территория муниципального рынка – это пример для стихийных продавцов. Вот такой порядок должен быть на всем базаре. Самое главное здесь – должны соблюдать правила товарного соседства. Вот здесь продаются продукты, продовольственные товары, а здесь рядом продают промышленные товары, маломоющие товары. Здесь должны реализоваться по товарным группам. Сами же продавцы не согласны с этим. Вместо того, чтобы всех собирать в одно место, надо лучше подумать о чистоте рынка. Везде мусор, грязь. Согласны с госслужащими и обычные покупатели. Кусок хлеба зарабатывать надо. Но у нас полбазара пустые прилавки. Почему бы их не уплотнить и как-то сделать? Нет, обязательно все прохожие части продукции заставляют, и ходить очень трудно. Несанкционированная торговля в неустановленных местах и пищевые продукты сомнительного качества. Комиссия намерена все это устранить. Работа начата. Здесь 67 хозрасчетных предприятий. 67 разные фирмы, предприятия здесь. Поэтому здесь кто что хочет, там и торгует. После этой проверки всем несанкционированным торговцам и хозяевам этих торговых площадей будет направлено предписание. Если стихийная торговля продолжится, то городские власти будут вынуждены убирать их своими силами, то есть определять по торговым рядам и точкам. Я думаю, начнем эту работу, то есть доводить до конца сегодняшнего дня. Ну, думаю, что за неделю порядок здесь будет. Смогут ли ведомства устранить многолетнюю проблему за неделю? Насколько их меры будут действенны? На этот вопрос ответ будет через 7 дней. Ширина Санаконова, Тимур Садгалеев, Общественный первый канал.